Приветствую вас всех. Сегодня мы разберем 7 мудрых советов, о чем нельзя никому рассказывать. Первый совет – это личные планы и цели. Слова имеют невероятную силу. Они могут как помочь, так и навредить. Каждое произнесенное слово – это мощный заряд энергии. И от того, с какими намерениями оно сказано, с любовью или кого-то принизить, унизить, зависит не только наше благополучие, но и наше здоровье. Всегда следует помнить о золотом правиле молчания. Существуют вещи, которые не стоит говорить другим людям для своего же спокойствия. Проще говоря, необходимо держать рот на замке. Что это за вещи и как они помогут повлиять на нашу жизнь, как раз об этом сегодня мы и поговорим. Первый пункт я бы поставил — личные планы и цели. Это первое, что нужно держать в секрете. Как гласит поговорка, чем похвалишься, без того и останешься. Нам нравится делиться своими планами и мечтами на жизнь. Мы испытываем невероятное удовольствие, когда рассказываем окружающим о том, какое светлое будущее ждет нас впереди. Но надо четко понимать, что наша жизнь очень сложная и непредсказуемая. И предсказать какие-то события, что с нами случится в будущем, невозможно. Есть такая хорошая поговорка: иногда мы планируем одно, а получается совсем другое. Наверное, вы сталкивались с тем, что, рассказав окружающих о своих планах, впоследствии не удается их реализовать, потому что появляются препятствия или какие-то непредвиденные обстоятельства. Поэтому старайтесь не делиться со своими намерениями ни с кем, даже с родственниками и друзьями. Вот когда что-то получится хорошее, можете сказать об этом, что вот там, вот так вот получилось, и это очень здорово, и я благодарен тому, что это так все здорово получилось. А на будущее загадывать это невозможно. Мы даже не знаем, что сегодня вечером или завтра утром будет. Ведь среди тех, кому вы доверяете, могут оказаться те, которые будут ревновать вас к мечте, которая еще не сбылась, тем самым направлять негативный посыл. Это может привести к тому, что ваши планы так и останутся мечтами. Ну, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. На начальном этапе наши идеи, как правило, не идеальные, и у них много слабых мест, поэтому мнение окружающих может сбить вас с намеченного пути. Именно поэтому молчите до тех пор, пока ваши цели не будут достигнуты. Это был первый пункт – личные планы и цели. На следующий раз мы поговорим о теме «Конфликты и ссоры». Пожалуйста, заходите.